Мы часто устанавливаем множество различных программ, и многие из них попадают у нас в автозагрузку, такие как Skype, ну, еще какие-либо дополнительные программы, всякие менеджеры скачек, торренты и так далее. Они попадают в автозагрузку, их, конечно, можно выключить, многие из них в настройках самих программ, но можно и с помощью другого способа сделать это намного быстрее. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы не загружать вашу систему при загрузке Windows. У вас автоматически начинают загружаться все эти программы. И вот здесь справа можете их видеть. Вот Skype, там программа для скриншотов, ну или какие-либо другие. Чтобы удалить все эти программы из автозагрузки или выключить их, нам потребуется такая программка, которая называется CCleaner. Я про нее уже рассказывал. Основная ее функция – это очищать компьютер от различных временных файлов, мусорных, так сказать, файлов, а также чистить реестр. Но у нее есть и функция, которая позволяет выключать автозагрузку, либо же полностью удалять из реестра автозагрузку различных программ. Давайте зайдем в эту программу. Итак, после того, как вы зайдете в эту программу, ну, соответственно, сначала скачаете ее и установите, вы заходите в нее, и здесь есть такая функция «Сервис». Заходите сюда и выбираете здесь «Автозагрузка». И здесь вы можете видеть все те приложения, которые находятся у вас в автозагрузке. А вот мы видим Skype и различные другие приложения. К примеру, если вы хотите его отключить, и чтобы при загрузке Windows он у вас не загружался, нажимаете «Выключить». Либо же вы можете полностью удалить его из автозагрузки, но тогда вы уже не сможете его снова туда добавить. Поэтому смотрите сами, выключайте, либо удаляйте. Ну и таким же образом вы можете поступить со всеми мешающими вашей загрузке программами. Ну, загрузки вашей системы. Все это очень просто. С помощью вот данной программы CCleaner вы можете все это делать одновременно в одном окошке. Я не буду сейчас ничего удалять, меня все устраивает. Просто я вам показал вот этот способ.